сегодня Аня и Матвей играют крестики-нолики, но необычным образом, едой. Итак, кто проиграет, тот ест невкусную. Тот, кто выиграет, ест вкусную еду. Мама, а что делать, если у нас будет ничья? А если будет ничья, то каждый ест ту еду, которую выберет. Итак, выбираем тарелочки. Кто какую тарелочку выбирает? Это Матвей. Помидорки. Физалис. Матвей у нас самый маленький, поэтому начинаем в этом раунде первый. Он первый. Мама приготовила нам поле 3×3 клеточки. Нам нужно собрать либо по горизонтали, либо по вертикали, либо по диагонали. Первый ход. Сюда. А я вот сюда. Ну так я выиграла. Матвей сказала внимательно думать. Матвей ест помидорки, Аня ест физалис. Я не люблю физалис. Поменяйте. Итак, выбираем тарелочки. Кто какую этот раз берет? В этот раз я беру свою сторону. В свою сторону. В прошлом раунде у нас выиграла Аня. Аня будет ходить первой. Итак, открываем. Ура! Это вкусные чипсы! У Ани вкусные, у Матвея невкусные грибы. Воняет ужасно. Давайте лучше начнем. Начинай. Так, ходи, думай. Я опять ем вкусную еду, но чипсы, ура, все. У нас следующий продукт. Кто выбирает? Матвей, выбирай. Я хочу Анину. Я Матвей. Так. В прошлом раунде у нас победила Аня опять, поэтому сейчас она будет ходить первой. Матвей, они кислые? Бери лучше свои тарелочки. Да? У Матвея сельдерей, у Ани мармеладные палочки. Ань, начинай ходить. Май. Вот сюда. Вот сюда. Матвей, внимай. Нет! Матвей, ну ты молодец. Итак. Тарелка с мармеладками к Матвею, а сельдерей к Ане. Матвей довольный, что выиграл. Ну как? Она невкусная. Но она очень полезная. Итак, у нас следующий продукт. Кто какую тарелочку открывает? Я эту. Открывайте. Аня у нас. Ура! Это очень вкусно, а это нет. Аня пока ведет 2-1. Но так как в прошлом раунде выиграл Матвей, начинает ходить он. Матвей у нас играет чесноком. А Аня вкусными финиками. Итак, Матвей, погнали. Первый ход. Матвей, внимательно. А у нас... Ну, все, Ань, ты положила. Мама, о чем ты думала? Я не вижу этот чеснок, он слез со столом. А у нас следующий продукт. На данный момент у нас 2-2, ничья. Но так как выиграл Матвей последний раунд, ходить будет первым он. Это надо теперь у Ани. Редиска, а у Матвея вкусные шоколадные батончики. Первый ход. Аня. Аня. Она тебе перекрыла ход, в смысле? Ну. Ничья! Матвей ест батончик, Аня ест вкусную редиску. Вкусную редиску, она и прав вкусная. У нас последний раунд. Выбираем тарелочки. Ребята, а вы любите играть в крестики-нолики? Напишите нам об этом в комментариях. Итак, я, наверное, выберу все-таки свои тарелки. То есть вы решили, что ближе к телу. Лимон! Я люблю лимон, но это... Итак, Матвей, твой первый ход. Матвей все с середины начинает. Не кидай. Так. Вы решили опять сделать ничью. Ну все. В этом раунде у нас опять ничья. Матвей ест вкусный Орео, Аня ест невкусный кислый лимон. Почему? Наш челлендж закончился сегодня ничьей. Если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!